ох уж эта современная мода, капризная, непостоянная, быстро меняющаяся. Перед художниками-модельерами и работниками швейных предприятий стоит непростая задача – вовремя уловить изменения моды и быстро перестроить производство на выпуск новых моделей. К сожалению, это удается далеко не всегда. Демонстрируются новые модели. Будем надеяться, что эти нарядные, легкие, удобные пальто понравятся и юным модницам, и их мамам и папам. В данном случае модельеры и швейники постарались сделать так, чтобы детская одежда отвечала требованиям сегодняшнего дня. Выпускает ее Смоленское производственное швейное объединение «Восход». Именно отсюда, из цеха номер 2, отправляются ежедневно на склад готовой продукции свыше 500 детских пальто. Мастер цеха Варвара Ивановна Ноша одела, наверное, не одно поколение смолян. Она уже 35 лет работает в объединении. Пальто, которое выпускает ее бригада, только отличного качества. Пяти моделям детской одежды уже присвоен государственный знак качества –